Привет, Юду, привет всем зрителям, кто нас смотрит, кто на нас подписан. Если вы еще не подписаны, много чего теряете, потому что уже тысячи зрителей, тысячи наших подписчиков знают, что и чем можно дооснастить его автомобиль. Подписывайтесь на наш канал, и вы точно узнаете, что можно будет поставить в автомобиль, как можно будет поставить и где это можно будет реализовать. А сейчас возвратимся к нашей теме видеообзора. Я нахожусь в автомобиле Toyota Camry в кузове V70 в обвесе, потрясающем вкусном обвесе Han 3. Аппарат мы установили, ну, в принципе, произвели несколько дооснащений. Это Android 8.1, дополнительный интерфейс поставили поверх штатки. Далее мы установили по всему периметру автомобиля бесштыревые доводчики дверей, которые обеспечивают и плавное дотягивание, то есть бесшумность, комфорт, эстетику, элегантность, безопасность, конечно же, если вы дети, то есть люди, которые, ну, плохо по каким-то причинам закрывают двери. Такое бывает, это нормально. 100 тысяч использований цикл является гарантией одной двери. По срокам установки где-то 2 часа одна дверь. Далее мы оклеили бронепленкой крышу. И, в принципе, вот ждем клиента. Сейчас уже будем выдавать ему этот автомобиль. Все в срок, в точности сделали. После прям вот этого видоса, после вот в моей речи, обязательно сейчас вы увидите функционал Android интерфейса в автомобиле Camry V70, увидите, как ставились доводчики, увидите, поставились ли доводчики в принципе, и также увидите, какого цвета у нас теперь крыша в этом белоснежном аппарате. Не переключайтесь, смотрите, пишите в комментариях ваши вопросы, заглядывайте в описание этого видео. Поехали!
Итак, друзья, перед вами полностью штатная с завода мультимедиа навигация от Toyota Camry в кузове V70. Это первый интерфейс в этом автомобиле родной с завода. Чтобы нам попасть в дополнительный интерфейс, в Android интерфейс версии 8.1, нам необходимо будет удерживать в течение 1,5 секунды кнопочку Home. И также назад в штатку. Кнопка Home, в принципе, то есть свои не поменяла какие-то функции. То есть мы, если нажимаем кнопочку Home, она также в штатке реагирует. Но она перепрограммирована на 1,5 секунды удержания, чтобы мы попали в Android интерфейс. И вот он перед вами. Здесь я уже вижу, мы спокойно можем персонализировать меню для нашего клиента. Для этого мы вот поменяем ему тут эмблему. Поставим, соответственно, Toyota. Так, Toyota, вот, пожалуйста. Возможно, черный фон клиенту не будет нравиться, поэтому мы выберем более такую насыщенную картинку, поставим эту. При желании наш довольный клиент спокойно сможет и заменить фоновую картинку на какую-то свою собственную, например, там, на автомобиль, на семью, то есть с флешки спокойно можно будет загружать. То же самое касается персонализации и вот этих вот виджетов, то есть спокойно можно будет выбрать какой-то свой собственный другой, но мы обычно ставим по умолчанию погода. Далее, что у нас здесь? Это вот у нас лаунчер, геометрически правильной пропорции и формы у нас иконки здесь стоят, это у нас уже часто используемые приложения другие, и сейчас мы попадаем уже в полный интерфейс, меню, где у нас скапливаются все остальные приложения. Давайте посмотрим, точно ли мы установили сюда Android 8. Android 8, так, о планшете, продукт AirTouch Performance 8.1, специально разработанный для автомобилей Toyota и Lexus, версия Android 8.1.0, но так ли это? Да, печенька Oreo, это так называемый лейбл, брендбук Android 8.1, в других версиях были другие, соответственно, там Lollipop, еще какие-то зверюшки, точно не помню. Давайте посмотрим работоспособность этого продукта. Яндекс Навигатор. Всем известно, всем популярно, и без него жить практически найден более быстрый маршрут. Невозможно. А, спасибо большое. Окей, Алиса. Бунинская аллея 10. Сейчас найду. А, поехали. Маршрут построен. Поехали. Все. Смотрите. Опа, работает. Емкостный тач. Сенсорное управление, как хочешь, так и верти. Очень удобно. Но мы же с вами понимаем, что постоянно смотреть на Яндекс.Навигатор и слушать, допустим, штатное радио, это уже как-то не модно, это скучно. Я хочу посмотреть одновременно YouTube. Что я для этого делаю? Я включаю функцию двойного экрана, которая мне позволит увеличить еще возможности штатного монитора. И смотрю YouTube. Звук сейчас прибавляю штатной кнопкой на руле. Вместо YouTube можно будет включить онлайн-телевидение, какие-то онлайн-кинотеатры, может быть, какое-то другое приложение. То есть, в принципе, все, что можно у нас будет скачать с открытого Play Market, 500 тысяч приложений здесь хранится, спокойно можно будет их использовать в своем автомобиле. И это никоим образом не влияет ни на штатную гарантию авто, ни на гарантию головного устройства, ведь оно не заменялось, в принципе, особо-то никаких манипуляций с ним не происходило. Мы лишь просто взяли и к штатке разъем в разъем подключили дополнительный такой блок, блок Android интерфейса. Вот люблю я, например, матч. Да? Фанат я футбола. Хочу посмотреть онлайн-телевидение. Приложение онлайн-ТВ, может быть, у вас какое-то другое, более любительское. Так, надо потише сделать. Все сделали потише. Очень много каналов. Ну, собственно говоря, вот, пожалуйста, я уже в течение нескольких секунд, минут смотрю онлайн-телевидение. Онлайн-ТВ не нужно. Отлично, у меня есть предпочтение по онлайн-кинотеатрам. Я люблю смотреть фильмы в самом лучшем, превосходном качестве. Очень радует, как сенсор реагирует. Что бы мне еще хотелось вам показать? Я очень люблю юзать интернет. То есть, например, у меня дома коза, я хочу понять, как ее кормить. Как правильно кормить козу? Ого, аж 12 тысяч видео нам прилагают. Вот, пожалуйста, сразу же я вижу, что мне нужно делать.
Но вот я являюсь автовладельцем Toyota Camry, да? Я хочу понять, как, где мне ее, как тюнинговать. Тюнинг-салон Toyota Camry. Ну, пожалуйста, быстро, знаете, в пути в пробке находитесь, замучилось, что-то новое хотите, взяли, поехали сразу же. Маршрут построили буквально на экране, без телефона. Маршрут построен. Давай. Через 100 метров круговое Всё. Движение. Первый съезд. И сейчас поедем тюнинговать камеры. Примерно так. Далее, что бы хотелось вам еще здесь продемонстрировать, ну, собственно говоря, YouTube детям, это детский специализированный сервис приложения. Если вы ранее ваш ребенок, например, использовал планшет, телефон, разряжалась батарейка, в провода засунули все это, в колхоз такой создается, теперь этого колхоза не будет, потому что все есть на большом, хорошем, штатном экране, и покупать дополнительные телефоны, дополнительные планшеты уже совершенно не будет. Нет, нужны. Потому что мы взяли и включили какой-то мультфильм развлекательный, и ребенок будет смотреть. Если есть в автомобиле задние мониторы, то изображение с Android 8, именно с Android 8, можно будет передать и на задние мониторы. Таким образом, вы включили здесь какой-то контент, вышли в штатный режим, а на задних мониторах останется воспроизводиться вот этот медиа-контент. Здесь звук вы сможете убрать, а у них там будет звук идти. И они смогут через наушники, например, это слушать. Одним словом, максимум удобств. Google, YouTube. Ну, тут как бы можно, в принципе, очень много приложений тестировать, обозревать. Все, что у нас есть на открытом Play Market, все это можно здесь скачивать, обсуждать, показывать. Все это работает. То есть какие-то дополнительные, не знаю, манипуляции с включением Android или с штатными. Кстати, здесь, по-моему, есть штатная камера. Давайте вот сейчас продемонстрирую. Допустим, вот мы включили Яндекс.Навигатор, там куда-то движемся. Завели автомобиль. Автомобиль спал. Сейчас он прогрузится. Хочу вам как бы штатную функцию включить поверх Android интерфейса. Как это будет взаимодействовать? Вот, AirTouch Performance 8. Наш собственный продукт, наша разработка. Гордимся этим продуктом. Гордимся, что поступает большое количество положительных отзывов. Да, не для всех можно сделать хороший продукт. Кому-то не нравится, кто-то предпочитает что-то другое, кому-то и CarPlay достаточно. Но если вы хотите по максимуму, по лакшери, чтобы вот all-inclusive у вас был, то такого аналога вы точно не найдете. Особенно если говорить по взаимодействию со штатными функциями, по производительности этого блока. Вы сейчас, в принципе, кстати, вот наблюдаете, да, сколько времени включался Android интерфейс. Хочу сейчас камеру заднего вида вам показать, включить. Через 100 метров круговое движение. Ага. Первый съезд. Ага. Камера включилась. Видели, да? И вот все это работает, все по штатке. Прям с Android интерфейса. Не нужно в штатное меню переключаться. Да, это просто одна кнопочка, но тем не менее это лишнее телодвижение. А я уж точно понимаю, что вы экономите свое время. И вот видите, в Android обратно стал. Классно, да? Вы экономите свое время, и мы привыкли уже как по минимуму какие-то действия, в принципе, осуществлять. Давайте я это все верну в обратку, потому что сейчас будем сдавать автомобиль клиенту. Хочется, чтобы наш менеджер все сам продемонстрировал. Собственно говоря, вот и все, друзья. Автомобиль готов к выдаче. Android интерфейс установили, бижутерийные доводчики тоже поставили, оклеили черной пленкой крышу. Внешний крутой автомобиль, и теперь он крутой еще и внутри. Интересная установка. В описании этого видео все необходимые ссылки, отзывы клиентов, контакты, города, где можно произвести дооснащение. Если вы находитесь далеко или вообще за пределами России, ничего страшного. Мы осуществляем спокойно, без проблем уже очень много лет выездные установки.
приедем к вам и реализуем точно такой же по качеству, точно так же в срок. Нам можно доверять. Мы знаем, что у вас дорогие автомобили. Желаю вам хорошего настроения и, как всегда, только зеленых светофоров. Всем пока!